Когда? Что? Нет. Сегодня у нас участвует элита из элит. Звука нет. Стримеры лучшие в Руси. Звука нет. Звука нет, господин ведущий. А вот господин ведущий. Звука нету. Нету звука, господин ведущий. Господин ведущий. Господин ведущий. Господин! Заново. Начало. Начинай. Внимание! Я рад приветствовать вас в клубе «Что? Где? Когда?». У нас собрались сегодня лучшие из лучших. И мы. Стримеры всея Руси. И мы. Внимание! Всех представит сексуальный... Капитан. С кем ты разговариваешь? Он капитан, господин ведущий, он капитан сексуальный. Капитальный. Нет, у нас другой капитальный. Хорошо. Капитан. Уважаемый капитан, кто представит вашу команду? Специально обученный мальчик у нас есть, Нейлфик, сейчас все про всех расскажет. У нас там ведущий, вы что, куда вы смотрите? Господин ведущий, у меня команда оказалась немножко дебилов, поэтому они не понимают, что говорят, но я представлю. Значит, в розовом костюме человек, я надеюсь. Вот. Я уже не уверена. Вика Карта. Я не знаю, как она попала в нашу команду. Я тоже. Скорее всего, по блату. Следующим идет человек, который, видимо, взял по блату Вику Картер. Это Игорь ГХК. Да. Но на этом мы закончим. Вам не стоит знать подробности об этом человеке. Потом иду я. Как я уже сказал, я капитан. Ну ладно, хорошо. Аляша стримит, ну так себе на самом деле. Милан, что ты можешь себе рассказать? Здравствуйте, я Милан. Гном. Человек с патином. Человек, который придумал Хардстоун, но скрывает это. Поэтому, собственно, и выигрывает все, что может выиграть. Поэтому еще жив. Поэтому еще жив. Но ноги не скрывает. Но ноги не скрывает. Затем идет Денис We Love Games. Человек, который в убежище оставил какие-то свои следы. Не будем говорить, какие. Ну и, конечно же, Джуз. Человек, который, в принципе, и будет сегодня интеллектуальным халком нашей команды. Как сказал Снейл Кик за 10 минут до начала, у меня отличная фантазия. Я всех Я хорошо представляю, да. Итак, уважаемые знатоки, перед вами конверты с вопросами из интернета и не только. Специально приготовлены все вопросы. И сейчас... Господин ведущий, а вот и не только, это вы как бы где их искали? На улице ходили, брали или что? У мамки твоей. Ага. Хороший ведущий. Спасибо, господин ведущий. Панч! Специальные тренды, выкупленные из интернета. После передачи нам раздадут билеты на стендап ведущего. 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 В ледовом. Итак, внимание, крутим рулетку. Рулетку? Выбрали в казино, пришли. Ведущий у нас черная. Из казино. Черная. Крупье из казино. Сегодня только черный будет. Я читаю, или ты читаешь? Вы читаете, господин ведущий. Поехали. Спустившийся с неба. Нет, это его подопечный. У нас просто, кто не знает, ведущий висит на турнике. Как нинджа. Да, да. Мы не даем ему слезть. Внимание, вопрос. В World of Warcraft игрок может встретить трех дворфов. Белаога, Эрика Быстроногого и Олафа. Это отсылка к этой популярной игре. Внимание, минута пошла. Это викинги. Это викинги с Севера. Они викинги назывались, по-моему. The Vikings. The Lost Vikings. Да, досрочный ответ. Lost Vikings. Давай другие варианты. Мы запомним. Отличный вариант. Я думаю, что это Пэкман и что-то связанное с Симбернарами. Рот закрой. Это же World of Warcraft. Да.
Это Майнкрафт. Это отсылка. The Lost Vikings — это игра от Blizzard. Это значит, что нужно делать. Первая игра Blizzard. Строили плоты. Зачем ты пытаешься скрывать улыбку? Я слушаю друг друга, Обсидиан каменной киркой. Там появляется три. Не слушайте женщину, она не играла в World of Warcraft. Я 7 лет проиграла. Нет, неважно, версии накидывай. Там вот сам не случился Майнкрафт. Капитан, а потом... Еще 10 секунд стоит. Давай, версии. Придумывай, еще лучше. Викингс Лос. Время. The Lost Vikings. Уважаемый капитан, кто будет отвечать на данный вопрос? Стоп, я капитан. Я здесь капитан. Уважаемый капитан. Нет, вот он представлял просто. Ведущий там. Я ничего не понимаю, что происходит в этой игре. Господин ведущий. Капитан на самом деле я, но пускай будет ином. Это также игра от компании Blizzard, которая выходила на ПК, на Sega и на многих других платформах. Называется она Lost Vikings. Неправильно. Не 2D-платформер с загадками. В главной роли несколько викингов, которые решают путешествовать по многим мирам. Внимание! Если этот ответ правильный, неправильным, я всем ответ. Данный... Мы всего его знаем. Господин ведущий, вы под чем? Под боженькой. Все под ним ходим. Внимание, правильный ответ. Данная игра называется The Lost Vikings. Ух, потно! Мы аристократы, Тем временем я хотел бы... А может, за руки возьмемся? Курасказ... Давайте за руки, ребята. Курасказ, спасибо большое. Нет. Ну давайте, это же так вот... Да не, у вас руки потные. Давайте. Что, где, когда все аристократы в костюмах и максимально сдержанные. Ребята, охладите свой пыл, пожалуйста. Сейчас охладим. Там не всегда, там бывает... Господин ведущий. Да. После выхода силы я жду следующий вопрос. Господин ведущий, можем ли мы обратиться... к нашей почтенной публике и напомнить им о том, на что они сегодня донатят. Конечно. На что? Многоуважаемая публика. Она не там, она там. Я думаю, что вот туда. Обращайся. Куда? Куда? Миссис Президент. Куда? Туда. Туда, уже туда. Вон туда. Господа зрители. С банкой, это яги в руках. Обращайся. Спасибо всем огромное за то, что вы сегодня донатите. И абсолютно все деньги, которые вы сегодня перечислите, пойдут в детскую онкологическую больницу имени Рогачева. Для того, чтобы мы опять сделали для детей праздник, как мы это делали уже в январе после нашей первой стримхаты. Поэтому ни одна копейка, которую вы сегодня задонатите, не пойдет Игорю ГХК. Поверьте, я сама... об этом позабочусь. Сама я заберу. Все пойдет исключительно на детей. Ну, чего тогда приехал? И Курасказ, отдельное тебе спасибо за то, что ты сегодня кидаешь нам очень много денег. Спасибо тебе большое. Будьте как Курасказ. Это прям, знаете, такой лозунг. Будь как Курасказ. 18 рублей 25 копеек и прислали. Знаешь, я просила сегодня как бы рубль, ну просто здесь вот взять в хате. Мне не дали, сказали нет. По 18 рублей 25 копеек. Что ты врешь? Я тебе дал, когда мы в магазин ходили, я тебе дал поиграть в это. Она хотела вытащить какую-то мягкую игрушку. Я говорю, да, не 10 рублей. Ну, господин конечно. Ведущий, вы закончили подтягиваться? Да. Тем временем счет 1-0 в пользу стримеров. А по вашей стримеру не скажешь. Мы знатоки. Следующий вопрос. Оли допинг там вообще. А, о. Это вот это, как это? На что играет? Лошадь. Я самое слабое звено. Господин ведущий, почему у вас ржет лошадь на заднем фоне? Простите, пожалуйста. Весело. Опа. Мы просто в плеву. Спасибо, уважаемый знаток элиты нашего клуба. Так, господа знатоки, давайте Авги, сейчас Авги вы конюшни. Одну секунду, пожалуйста. Ребят, если кто-то придумал хорошую версию сразу, например, как Денис, мы ее запомнили, отметили и сразу идем дальше. Не значит, что мы успокоились, такие, все, сидим, дальше придумаем. Просто запомнили, потом к ней вернемся еще, но продолжаем. Да. То ли капитан, то ли нет. То ли капитан, то ли нет. Мне кажется, вот этот диван будет умных, а мы будем просто сидеть. Внимание, вопрос. Спасибо. В одной из игр для отображения простого уровня сложности используется она. По-испански она чупетта. Назовите ее. Время пошло. Луковица. Чупетта луковица, это точно? Не точно, но скорее всего да. В одной игре используется... Я знаю, что по-испански... Луковицы используются для отображения сложности. Вообще как сложность изображается? А потом будут перец какой-то, наверное, что-то такое. Кто придумал Чиполлино?
Это к нему вопрос. Они радари. Итальянцы. Они очень похожи. Итальянцы и испанцы очень похожи, да. Что такое? Игра-то какая? Вы, они практически идентичны, я бы сказал. Да, они очень похожи. Так, девчонки, сдаем. Нам игру можно. Можем хоть эту игру назвать, где не сказали. Италия, Испания, это почти одна страна. Давайте быстро игру, быстро какая-нибудь версия. Слышь, займи сутку. Игра. Завтра игра какая? А, игра. Господин. То ли капитан, то ли нет. Не-не-не, кто будет отвечать на данный вопрос? Прошу тишину. Напомните, пожалуйста, какие у нас есть опции насчет там минуты в кредит или какие-то дополнительные опции, чтобы еще доработать вопрос? И повторить. Один раз вы можете использовать дополнительную минуту. Но мы не... У нас пока нет или есть? Есть. В любой момент вы можете предлагаю воспользоваться сейчас данной минутой. Просто... Да, я предлагаю не считать. Господин ведущий, просто повторите вопрос. Вопрос, да, повторите просто. Для начала мне нужно понять, кто будет отвечать на него. Для того, чтобы я повторил вопрос. Отвечать будет... Вика карта, да. Вика карта. Отлично. Итак, Вика, повторяю для тебя специальный вопрос. В одной из игр для отображения простого уровня сложности используется она. Вот. По-испански она. Чупетта. Она, назовите ее. Она пицца в школьной столовке. Ваш ответ луковица. Ответ принят. Внимание. Нет, я не знаю. Правильный ответ. Она, именно лука. Да, да. Кнопка. Соска. Чупетта. Так, это понятно, а ответ? Соска. А игра какая? Вольфенштейн. Для отображения Отлично. Данного так. уровня Его сложности рту, используется соска. Да, а учитывается да. ли здесь то, что не все здесь игровые стримеры? Да, учитывается, учитывается. Конечно. Учитывается ли то, что не все испанские? Но, блин, там чепчик, соска или сос. А учитывается, что соска. Тупые. Я сказал по-испански слово соска специально. Для того, чтобы скоординировать ваши действия. Я теперь знаю, как называть девочки так беспалево. К сожалению. Чипетта. Нет, они просто такая соска. Чипетта. Там именно означает самое главное, это соска. Ладно, не самое главное, там ладно, щепчик, ладно, лицо ладно, и не посмотри машины, в старые. Ну кому? Так, уважаемые знатоки, неотъемлемая прошу часть. Не спорить. Господин ведущий, из-за того, что мы проиграли, что будет? 1-1. Ложь иногда ржет так. Собственно говоря, рандомно. Stardust отправил нам 1000 рублей. Ничего Опа. Не написал. Спасибо большое. Ла Банжары. Представитель. Девчонки, сдаем на ремонт в классе. Победу телезрителей поставил. Видать, болеть не за нас. Где-то там его конверт, видимо. Too Dark. Отправил нам 200 рублей, ничего не написал. Спасибо. Спасибо большое. Да. Элли Кашка, 55 рублей. Тащите мои зайки. Пусть и мало, но все-таки... Но полезно. Так и деньги. Все-таки деньги. И Крамерушка отправил 500 рублей. Спасибо вам всем, но особое спасибо Снейлу за его сексуальность и Аляше за нее саму. Спасибо, спасибо большое. Спасибо, Крамеря. Вы готовы к следующему Мы вопросу? Готовы. Нет, но задавайте. Готовы. На Все, данный период времени по счет 1-1. Внимание. Давай сильнее крути. Это лаги. Нормально, нормально. Дай покрутить, подожди. Пока мы слегаем, крути еще. Ты зря подтягивался. Господин ведущий, можно на это... крутящего мальчика поменять? Это уже традиция какая-то. Ладно, хорошо. Внимание, вопрос. Итак. Запыхался. Там не просто соска получилась. Не просто так, соска там. Да? Знатоки. Внимание, вопрос. Название этой компании с японского языка переводится как «Оставь удачу небу». Оставь меня в покое. Можно позвонить Алине? Внимание, время. Японская компания и игровая. Самая знаменитая японская Konami? Компания. Sony. Konami, Sony. Konami, да. И... Konami, Sony. Экономия. Как вы думаете, Sony короткое слово может столько значить оставить? Konami. 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 Да, три слога и подходит. Konami. Все, запомнили, дальше идем. Sony, может быть, аббревиатура, я не знаю. Я думаю, Samsung подходит. Корея. Да, и значит, три звезды. Выпусти. Еще варианты. Konami. Atari. Атари. Хуавей. Хуавей. Завтра отдам. Ну, Канами, скорее всего. Да, Хуавей это, блядь. Вариант? Ну, я думаю, что Канами. Капком, кстати, тоже. Атари, не?
Atari. Atari, мне кажется... А почему не Konami? Три слога, на самом деле. Вот три слога, это хорошо, но Atari, Konami... Sega? Явно... Я вижу глазами. Явно должно быть самое популярное. Может, Sega, правильно, да, вопрос. Что-то там переводится. Я не уверен, что количество слогов должно быть. Konami, Atari, но... Ну, реально, Konami. А как переводится еще? 10 секунд. Оставь удачу небу. Оставь удачу небу. Ми, Kona. Atari, помнишь, еще как бы в небо, типа... Время. В небо. Уважаемый капитан, кто будет отвечать на данный вопрос? Но у нас две версии неплохие, как нам кажется. Кто это будет отвечать на Konami данный вопрос? Konami и Atari. И отвечай будет Аляша с ее версией. Huawei. Итак, Аляша, я повторяю для тебя специально вопрос. Внимание, тишина. Этот сука. Название этой компании с японского языка переводится как «Оставь удачу». Слышь, займи сотку. Завтра отдам. Наш ответ – Atari! Atari! Ваш ответ принят. Konami лучше. Konami лучше был. Внимание. Лиховый. Правильный ответ. Samsung. Данная компания называется Nintendo. Счет 2-1 в пользу зрителей. Детюшеньки, сдаем на ремонт в классе. Блин, я хотела вам сказать, вот отвечаю. Время. На кисточке победила. Займи сутку. Завтра да. Разбирали хорошо. Ну не попали, ну ничего, хорошо играли. Счет 2-1 в пользу телезрителей. Давайте возьмем Сезару. Давайте, давайте. Короче, Konami! Засай! 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 Huawei! У тебя контракт? Тебе заплатили. Опа! Господин ведущий, мне кажется, вы нас наебываете. Продолжайте. Конечно. Хотелось бы вновь, как говорится, в конце раунда слово мне. JTFM. 200 рублей закинул, Аляша, тащи, хватит смотреть на БЛГ. Мэтт Ви отправил 200 рублей, ничего не написал. Асен Кассус отправил 500 рублей, спасибо большое. И Шелви, Утиная армия, здесь 200 рублей. Спасибо, Ивана! Спасибо, представитель нашего сегодняшнего банка, западного банка. West Coast Customs, как говорится. Ой, Green Coast. West Coast Banks. West Coast Banks. Banks. Мало-фара! Не-не-не, вообще, вот даже нет, не пытайся рядом. Внимание, следующий вопрос. Он может 2-1, 2-1. Эй, ты как подожди время. Рабочий счет что-то расстраивает. Я тоже хочу попросить. Я буду... Может, нам надо по очереди всем найти? Знаток. Слушай, ты с сосками-то нормально обращаешься. Нет, задумайся. А я сейчас задумайся. Открутишь. О, я уже такая сижу, теперь уже не на БЛГ, я смотрю. Ну вот-вот. На руки Игоря ГХК. Внимание, вопрос из интернета. Нет. Лучшему представителю интернета будет вручен данный набор от нашего генерального спонсора «Сибирская коллекция». Это набор из 6 уникальных соусов для премиум класса пельменей от компании «Сибирская коллекция». Блин, я тоже хочу. Я тоже хочу. Мне нравится коробка, я хочу. Я хочу, да, я хочу. А можно мне потом... Внесите. А можно мне потом дать контакт человека, который это выиграет? Господин ведущий, а можно мне потом... Можно. Итак, внимание, черный ящик. Пакет. О-хо-хо. Там соусы, мы выяснили. Покуха, я отвечу на вопрос. Положи пистолет. Куриные ножки. Ты видел, да? Что там? Я знаю. А, есть и черный ящик. Сколько? Мы хлопать должны. Ну мы не смотрели, как игру тянем. Достаточно. Знатоки хоть. Внимание. Вопрос. Так. В далеком 1903 году вышел фильм «Большое ограбление поезда», которая идет всего 12 минут. Этот фильм положил начало целому жанру вестерн. В сюжете фильма легендарный Буч Кэссиди отцепляет пассажирские вагоны и взрывает сейф в почтовом вагоне. Съемки фильма находятся не только на киностудии, но и на настоящей железной дороге. Так, на скорости около 64 км в час. Вагон этого поезда впервые в истории кинематографа был использован
был запечатлен на камеру столовке. Некий предмет, который в наше время после незначительных изменений приобрел широкое применение не только в сфере кинематографа. Вопрос. Назовите, что это за предмет. Следующий вопрос. Время пошло. Я забыл начало вопроса. Да. Я забыл, что я прослушал. Более четко, можешь сформулировать? Предмет, да, что? Какой назовите, предмет? Что за предмет находится в черном ящике. Который был использован при съемках. Да. В вагоне? Он на камеру цеплялся. Может, там? Стабилизатор, и... нет? Что? Скорость 64 км. Снимают вот поезд на скорости 64 км. Может, стабилизатор? Возможно. 1903 году как раз и придумали GoPro. В вагоне лежал предмет, где? Я вообще не понял. Использовался при съемках. Надо минуту выбрать. А, использовался при съемках. Сейчас он принял не только в кинематографе. Да, да, да. Ну, получается, что это, типа, может быть, действительно стабилизатор, который... Давайте заполним еще варианты. Хорошо. Что еще может использовать при съемках? GoPro. GoPro. Одна из лучших качеств камер. Камера маленькая, 903 год. У меня не только с Huawei, но еще и с GoPro. 1903 год. Там вообще ничего не было. Завтра отдам. Но какая-то вариация, чтобы на скорости не трясть лошадь. Ну а вы помните, как этот фильм, кто-нибудь съемки помнит? Как он выглядит? У кого башка с места? У курицы, блядь. Там духлая курица. Внимание. Какая? А почему курица здесь? А у нее уважаемый капитан. У нее стабилизация, да, башка. Стоп обсуждение. Так. Уважаемый капитан, кто будет отвечать на данный вопрос? У нас есть эксперт по курицам, головам. Он нам сейчас все подробно объяснит по этому повторит вопросу. Повторит ли мне для вас весь вопрос? Не-не, допускай, попускай. Если кто-то хочет... Господин ведущий, повторите, пожалуйста, мы хотим, чтобы вам... Кто-то хочет поспать? Тогда я повторю его вкратце. О, на пиццу в школьной столовке. В вагонах этого поезда... Впервые в истории кинематографа был запечатлен на камеру некий предмет, который в наше время после незначительных изменений приобрел широкое применение не только в сфере кинематографа. Вопрос. Ваш ответ. Назовите, что за предмет находится в черном ящике. Так башка курицы стопудово, туда вообще ничего не влезет. Господин ведущий, мы со знатоками посовещались, и мы предположили, что... Это пельмени. Для стабилизации изображения в этом фильме использовалась курица. Так как ее голова является природным стабилизатором. Вопрос, что на камере, а ты говоришь про... А уже поздно. Да не на камере. Ящики. Что? Мы считаем, что в черном ящике находится дохлая курица. Чего с ума сошел? Стабилизатор. Пельмени. Которая служила стабилизатором для... Пельмени. А мы в прямом эфире, да? Да. Блин, я думал, можно вырезать и типа нормальный ответ ответить. Из которых изготовлены пельмени. Да, мы плохо услышали вопрос. Что находится в черном ящике? А, мы могли взять доп. Минуту. Нам она не поможет. О, боже. В черном ящике... Футболка? Находится первый цвет хромакея, который был использован в кинематографе. Изначально он был черного цвета. После небольших изменений он превратился в зеленый и синий. Правильный ответ – хромакей. Хромакей. Сдаем на ремонт в классе. Вы вообще не придумали. Они вообще не стабилизированы. Мы сказали в вагоне. Почему стабилизация вообще? Мы не услышали первый раз в вагоне. Надо на должность все просто. Прикол. Итак, счет 3-1 в пользу телезрителей. Пизда. Ой, у нас донаты. У нас очень много донатов. Westcom Banks, please. Так, ну... Twitch.com.bank. О, на пиццу в школьной столовке. Поддержал на 50 рублей, написал лучшему игроку, предлагаю подарить футболку. Я перейду это на английский. Coolest monkey с надписью Coolest monkey in the jungle. Это я, это я. Это мем. Это не про тебя. Кроме ручка. Это мем, ничего страшного. Лежал на 500 рублей. Ладно, на хорошее дело не жалко. И, соответственно, это Крамер 23, просто сменник. Не знаю. Кромерушка. Эликашка, 55 рублей. Омайва мой шиндерунани. Спасибо. Омайва мой шиндерунани. У вас все получится. Fighting. Спасибо, Алинару. 100 рублей. Ви Black Honey V, 100 рублей. Мишани, давай тащи за всех. Тащу, как видишь. Ну, глава курица. Получается, бери за Алекс, 50 рублей. Вот немножко монеток. И самое спасибо главное. Спасибо тебе, Алекс. Вику не обижайте. Антонио, 150 рублей, плюс чат, если Снейл Кикс Секс. Снейл Кикс Секс. Снейл, да, Снейл Секс.
В ЛГ армии тысяча рублей. Отправил 1000 рублей, хранитель тащи. В ЛГ МЛЖ. И Анунах, 1000 рублей, деткам на пельмени. Спасибо, ребята, спасибо вам большое. Милан топ, я не отправлял. 50 рублей, привет, клуб анонимных алкоголиков. Астрофимус, привет, Игоряша, привет. И всем остальным привет. Привет. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Привет. Мне нравится то, что клуб анонимных алкоголиков привет передал привет Астрофимусу и Игорю. Нет. Да. Нет. Анонимных кого? Кого? Обидно, что мы забыли. Кстати, представьте, это как реально клуб анонимных алкоголиков, который отвечает на вопросы. Давайте дальше. Ты выходишь во двор, а там алкаши сидят. Чтобы такие не бухать. Это господин ведущий! Мы должны тащить, ребята. Господин да ведущий. А мы что делаем, давай, по-твоему? Соберемся. Напомните правила игры. Кто выигрывает? Телезрители или знатоки, когда телезрители ведут? Мы еще не определили, кто капитан, но вроде уже очевидно становится. Все, заводи. Хватит уже подтягиваться. Следующий вопрос. Просто он у нас особенный в команде. Дай вон давай. Да, Игорь, давай. Улетел. Подплюнуть не забыл. А можешь вот так одним пальцем? Хорош, да? Да. Похож на гипна, который вертел все советы. Ты сейчас открутишь просто. Ну. Идеально. Я ничего не делал. Мы не в бутылочку играем. А, блядь. Я все время путаю правила. Уважаемый капитан, я бы советовал вам прислушиваться, например, к Денису. Он иногда советует вам достаточно интересные вещи. Спасибо, господин ведущий. Денис сидит такой. В смысле? Завали ебал. Может, попивался? Внимание, вопрос. Скажите тремя словами. По какому принципу действует баланс сил в РПГ между воином, лучником и магом? Внимание, минута пошла. Сила, ловкость, интеллект. Камень, ножницы, бумага. Нет, это нет, нет. Я вот почувствовал где-то из космоса, что это не то. Камень, ножницы, бумага, лучше. Камень, ножницы, бумага, да. Это не баланс, это профилактика. А камень, ножницы, бумага, это принцип всегда, да, 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 да. Маг убивает лучше или наоборот, ну как-то так. А как сформулировать, короче? Камень, ножницы, бумага. Три слова. Так, запомнили, так, сказать, запомнили. Слова. Давайте подумаем еще. Ящерица Спок. Или поебалу получи. Ешь, молись, люби. Ешь, молись, люби. Донать, побеждай. Не спи. День не види Вича. Подписывайтесь. Омен. Подписывайтесь на канал. Омен, сибирская коллекция. We love games. Подписывайся, донатить. Внимание. Правильный капитан, кто будет отвечать на данный вопрос? Мне кажется, ничего лучше, чем это, мы не придумаем, потому что сейчас Игорь. Ведущий, мы предоставляем вам слово. Ничего лучше Игоря мы не придумали. Я повторю сейчас вопрос. Ничего лучше Игоря у нас нет. А потом прошу дать ваш ответ. Скажите тремя словами. По какому принципу действует баланс сил в РПГ между воином, лучником и магом? Камень, ножницы, бумага. Карандаш. Ваш ответ принят. И бутылка лима, да? Да. Цуефа. Оп. Может, надо было цуефа говорить? У вас, в принципе, было много интересных версий, но вы решили остановиться на... Говненный. Камень, как у воина. Камень, как лучник, у воина, который как... натягивает тетиву. Да? И маг, который пускает заклинание. Слушай, маг, который пускает заклинание, его вообще в пятом. Хватит пускать заклинание на свече. Правильный ответ. Камень, ножницы. Мне просто живот заболел, вы чё, блядь? Итак, счет 2-3 в пользу пока телезрителей. Но следующий вопрос не за горами, поэтому крутим волчок. Да ты преждевременно крутишь. Хотел бы сказать, что кенгуру поддержал нас за 50 рублей. А ты продолжай так говорить. Пока звук для нас убрать, если не можем прости. Rose and Rocks, тебе умничка, 50 рублей. Спасибо тебе, Black Eagle, 50 рублей. Рома, если ты это видишь или слышишь, погнали за шоу. Можно 50 рублей тебе на шоу. Спасибо, ребята, за здоровье. Спасибо, что нормально. Вопрос. Так мы все читаем. Все читаем.
Все читаем абсолютно. Пришла тут это разваливать. Извините, господин неведущий, мы все читаем. Господин неведущий, мы разрешаем вам ответить на вопрос, который вы сейчас будете задавать. Спасибо, уважаемый сексуальный никто. Не за что. То ли капитан, то ли нет, по субординации. Не перебивай. Что? Извините, господин. Спасибо. 10 тысяч. Извините, спасибо, говорит. 10 тысяч. Господин ведущий там. Внимание, вопрос. Ролевая компьютерная игра, вышедшая в 1997 году. Эта игра выделялась полной свободой действия игрока. К этому же один российский стример выбрал данный сеттинг игры для своего комьюнити. Внимание, время. Это, я знаю. Стоп, стоп, стоп. Ответьте, что надо, стример или игру? Досрочный ответ. Что за игра? Аляша. Досрочный ответ. Да зачем? Внимание. У тебя будет плюс минута. Досрочный. А здесь работает досрочный ответ. Да. Уважаемый капитан, кто будет отвечать на данный вопрос? Пусть, мне кажется, есть шанс у Дениса. Пусть попробует. Небольшие, но есть, черт подери. Да. Уважаемый ведущий, эта игра называется Fallout. Именно первый Fallout вышел в 97 году, продолжение в 98. А стример? Стример. Ваш ответ принят. А, да. а стример не вышел. Да. А хрен его знает. Стример вышел в другом году. Подсказка. Спасибо. Внимание, правильный ответ. Прикиньте, нет. Данная игра называется... Жизнь. Fallout. Опа. Абсолютно верно. Счет 3-3. 15 минут, насколько я правильно понимаю. Ты не учи, отцаты. Дополнительно. Дети делают, блядь. Это я. Итак, Twitch Banks, есть ли у нас какие-то дополнительные транзакшн? Конечно, Гвин Блейд, господа знатоки. Что с вами, ведущий? Просьба... Не орать так, нам больно это слушать. Нам тоже. Мы страдаем. Мы точно так же страдаем, как вы. Все, не, они сильнее страдают. Вы. Ты слушал, да? Ишкера. Спасибо большое. Ну что ж. Спасибо. Следующий вопрос. Я покручу. Сначала звук дождаться, дебил. Вот сиди и теперь ручки свои давай. Да. Я читал, как мне шутить. Да ты, конечно. У вас разные механики. Интересно. А вон вот этот. Скажи маме, была на что-то когда, где мужчины пальцами что-то не крутили? Надо трогать. Пальцами. А вот должен был бы выдать конверт. Да какая разница? Все, через все пойдем. Внимание, вопрос. Занимаясь созданием игры Forza Motorsport 2, команда разработчиков получила более 40 их. Что это? Минута пошла. Это мотоциклы, велосипеды, мотоциклы, машины. Пельмени. Игра говно. Более 40 мотоциклов, ну там разные... А какая игра? Игра про что? Про мотоциклы. Forza Motorsport. Forza Motorsport. Что можно получить в процессе этой машины? Пельмени. Машины. Мотоспорт. Мотоспорт. Пельмени. Какие машины? Это не важно. Там все машины, они могли получить прототипы, чтобы их воссоздать, но вот хотя это ну, не мотоциклы. Получил 40. Вы не думаете, что они что-то в реальной жизни получили? Я думаю, что они 40 мотоциклов получили. 40 автомобилей. 40 мотоциклов они получили. Какие мотоциклы, блин? Что никогда, вопрос поставлен так, что в загадке должны быть ответы. Forza Motorsport. Motorsport это все. А это не мог быть иски? А, ну... Машин. Иски. 40 машин. Потому что если это гонки... Двигатель. Лицензии, я не знаю. Процессе разработки. А уже могли. Пельмени. Я думаю, это пельмени. Доп. Минуту давайте берем. Я думаю, что надо брать доп. Либо лицензии, либо машины. Это что-то с этим связано. Да, пельмени по-любому. Так, а вот иски мне понравились. Нету иска. 40. Да, потому что формулировка... Мне тоже иски понравились. Сейчас все затмимся. В ходе разработки этой игры они получили 40. Нет, ну что, какой 40 исков? Вареников. У нас время кончилось? Да. Можно нам еще раз услышать вопрос и попросить дополнительные минуты, которые мы получили в прошлом году? Вы можете просто взять еще дополнительные минуты. Нет, мы сначала хотим послушать вопрос. А вопросы зачитаю, когда будет кто-то отвечать. Обычно, что где когда настоящим зачитывают. Хорошо, ну, в виде исключения. А в настоящем, что где когда, мы что-то говорим. Включите минуту, а! Занимаясь созданием игры Forza Motorsport 2, команда разработчиков получила более 40 их. Пельмени, ну.
хотя бы более чем смотрите, точно. Чего? Это не может быть искренне. Дополнительная минута пошла. Мне кажется, после выхода они... Секунду, почему не искренне? Потому что они заранее должны покупать лицензии. Да, нет, во время разработки иски еще не приходят. 40 единиц техники, машины, мотоциклы, то есть это... Они могли получить прототип. Но они получили как бы машину, они же не остались у них, допустим. Нужно было сфотографировать все вот это вот. Да. А, они получили для того, чтобы... Да. Хорошо, автомобили или мотоциклы? Автомобили. Вообще, средства передвижения. Потому что там, по-моему, есть и лодки. Ладно, кто будет отвечать, тут сначала попробует, а потом... Ну, может быть... Чья версия? Леща мне дашь, если мотоцикл. Более 40 лещей. Давай после единиц тех. 40 единиц техники, которые они отсканировали для разработки игры. Мне кажется, что это такое. То есть это может быть машина, мотоцикл, какая-то... Пельмени? Моторизированная. Образцы краски. Господин ведущий, у нас тут коллективно родилась версия, что... Кто будет отвечать? Попробуй ответить. Я попробую сформулировать, собрать в кучу все то, что мы тут хорошо надумали. Так, я повторю тогда вопрос, а после этого хочу услышать ваш ответ. Да. Пельмени. Занимаясь созданием игры Forza Motorsport 2, команда разработчиков получила более 40 их. Чего? Пачек пельменей, блядь, мы точно. Мы предполагаем, что чтобы игра получилась более реалистичной, максимально приближенной к настоящим параметрам транспортных средств, компания получала реально существующие транспортные средства, чтобы максимально точно ввести в игру их параметры, внешний вид и так далее. Соответственно, мы предполагаем, что в процессе разработки она получила более 40 транспортных средств, это может быть мотоциклы и автомобили, для того, чтобы максимально точно ввести их в игру. Ваш ответ принят. Более 40 прототипов транспортных средств получила команда разработчиков. Правильно? Я слово прототипов не использовал. Хорошо. 40 транспортных средств. Да. Или пачек пельменей. Итак, у вас были разные версии в команде при обсуждении. Лучше от пельменей, по-моему. Лучше бы вы послушали Максима, конечно же. Не так зашкварно. Или у вас была альтернативная версия у Милана, которую вы бы, если бы развивали дальше, возможно бы вы пришли к более интересному решению. Но Forza Motorsport 2 знаменательна тем, что в ней огромное количество автомобилей, воссозданных в самых реалистичных деталях. Но команда разработчиков получила на стадии разработки более 40 штрафов за превышение скорости. Господи, боже мой! Конечно, итак, счет 4-3 в пользу телезрителей. Штрафы, твою мать, это сложно. А зачем им быстро? Я говорила штрафы. Ты не говорила. Конечно, не говорила. У Милана была отличная версия с дисками, но надо было дальше развивать. У нас донат. А зачем, если они едут по... Bridge banks, please. На полигоне да, должны... Да, на полигоне, 100 да. 100 рублей. Это мне Ваня, кажется, до штрафа мы не дошли. BMW. Хорошо, BMW 100 рублей отправил нам. Если вы не знали, между прочим, Оля самая умная стримерша Твича. О, держи в курсе. Курске. Ну, про все остальные Курске. Еще такие. Он в курске держит. Чтобы вы понимали, остальные еще такие. Кроме Кира. Но это не считается. Окей. А там не въебут. Кубик 99 отправил 55 рублей. Добра вам всем и приятной игры. Спасибо. Спасибо. Лордик 50 рублей, где раньше был этот черный Экуман. Милан, тащи, был бы я бабой. Да, ладно тебе. Можно и не быть балбой. Ты не брезгаешь, да? Не Dark Wing Dead. Мишаня, тащи, брат. Да. 200 рублей, спасибо большое. Спасибо, ребят. Спасибо. Парк, брат, спасибо. А прикинь, пельмени было 40 пачек им дали? За то, что они охуенные машины сделали. Или 40 грузовиков. Скажите, пожалуйста, до какого счета мы... До 6. До 6. Блин, а я думала, мы все разыграем, но это было бы прикольно. У нас есть еще шанс. Завтра можно провести. Быть может, внимание. Следующий. Поехали еще там задонатить на у нас на еще одна минута есть, кстати. Так. Крутите. Нет, мы ее использовали. Крутите. У нас одна досрочка, еще одна минута была. Напряженная игра. Так, все, уже, все, блядь. Он сейчас обидно, как уважаемый Игорь. Ну, прикольно, очень. В будущем времени. Она не даром одела еще, покупай как-то. Ну, блин, а то соски сейчас прорежут. Итак, алмазные. Хочу еще какой-нибудь вопрос про игры. А я про пельмени хочу. А я про игры все-таки. Специально для Аляши следующий вопрос. Про игры. Ей понравится. У нас будет типа супер... Блиц будет в самом конце, когда вы проиграете. Сейчас про Майнкрафт. Ну, чувствую, что это будет скоро. Если вы не соберетесь,
и начнете давать рассуждение и ход вашей мысли. Давай следующий, может, если мне понравится. Внимание, вопрос. Название этой игры переводится с японского как «требующее любви яйцо». Внимание, покемон. Время. Это не покемон, это... Тамагочи. Тамагочи, да, тамагочи. Тамагочи. Досрочный ответ. Так, есть еще аргумент, это не плохо. Типа покемон, тамагочи, но тамагочи. Не-не-не, тамагочи, ну я типа его... Но покемон это ведь тоже не плохо. Так, тамагочи, запомнили. Тамагочи точно лучше, чем покемон? Тамагочи. Это точно тамагочи, это точно тамагочи. А что это хуйстик называется, круглый этого покемона? Ну, давайте попробуем, попробуем родить еще, потому что мы с Nintendo тоже... Покебол? Давайте еще. Тамагочи выпускались в форме это яйца всегда. И да, когда они выпускались, это... Да и там, собственно, типа вся соль игры. Вначале он вылупляет из яйца. Как кто? Он переводится? Тамагочи. Ну, подожди, у тебя есть японское яйцо. Как оно называется? Тенга. Оля сказала. Да кто-то сказал. Ну, тоже на Т, поэтому я думаю, что оно. Западай. Внимание, время. Уважаемый капитан, кто будет давать ответ на данный вопрос? Господин ведущий, отвечает эксперт по яйцам Аляша. Уважаемый эксперт, эксперт по яйцам любви. По яичкам. По яйцам любви. Внимание, вопрос. Так, давай. Название этой игры переводится с японского как «требующее любви яйцо». Я человек, который знает все требующие любви яйца на свете, утверждаю, что эта игра называется «Тамагочи». Ваш ответ принят. Только что чуть харакири не хотел себе сделать, блядь, этого акцента, блядь, новосибирского кого-то. Правильный ответ. В переводе с японского игра требующая любви яйцо называется тамагочи. Все абсолютно верно. Счет 4-4. У нас есть шанс. 4-4. Только, только вопрос был зашкварный, как с тамагочи выпал бы. Внимание! Вот бы еще крутим волчок. Да я хочу. Внимание, мистер Applejack, отправил 50 рублей, карта Милаха, пользуясь случаем, продам iPhone 7, 128 гигабайт, Сильвер, предложение в личку Капа. Влад отправил 500 рублей, Рома, Оля, не ругайтесь, спасибо большое, Влад. И охереть, какой... Поднимайте музыку. Длинным, я предоставлю самый сексуальный человек, прочитать его. Да попай, Игорь, ты когда на стриме здорово с вами? 50 рублей. Здорово, Мука! Well. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо, ребята. Кушайте пельмени. Угадал, да? Да. Изи вопрос. Смотрите. Ласкайте тамагочи. А тут кто знает? Вопрос про, про тамагочи. Я писал. Вы что там смеетесь? Внимание, вопрос. Это в картинках. Господин ведущий. Да. Музыкальная пауза будет? Картинка голова Игоря Гагарина. Поссать хочешь? Нет, нет, я уже сделал все, что хотел. На. Уже поссал. Уже здесь. Этот персонаж игры был множество раз переделан и импортирован в несколько... Научите ведущего читать. Ведущий ты. Можно заново, пожалуйста? Давай сначала, да. Можно без твоего комментария только? Этот персонаж игры был множество раз переделан и импортирован в несколько игр. Dota 2, HOTS, Overwatch. Способности этого персонажа в каждой игре индивидуальны. За исключением возможности притягивать себе противников. Назовите родину, игру этого персонажа. Warcraft 3. Нет, не Пучкутики. Это Abomination называется. Вышел позже, Warcraft 3 раньше. Раньше, конечно. Да, да, это был Abomination. Это был Abomination. Мы уверены, что это Пуч. Это не стежок. По-русски Ласкутик, да? Ласкутик. Я не знаю. Это не важно, как... Нет, он Abomination. Он точно есть и в Хотсе, и в Overwatch. Подождите. В разных вариациях он везде был, везде притягивал. Это не что их объединяет. Это именно Пуч. Это точно. Назвать родину игру. Самая первая игра, Warcraft 3. Это был Warcraft 3. Это был Warcraft 3. До был? До. Нет, нет. Господин капитан, надо все версии. Некроманты появились только в третьей части. Все его имена, наверное, точно попробуем. Пельмень. Нам нужно назвать родину игры. Ласкутик, Пуч. Нам нужно назвать родину игры. Игру нужно найти. Да. Внимание, больная фантазия. Господин капитан. Официально обычный Игорь сейчас выслушает снова формулировку вопроса и даст точно ответ. Warcraft не жди. Тишина, прошу. Внимание, вопрос. Пельмени? Этот персонаж игры был множество раз переделан и импортирован в несколько игр. Dota 2, HOTS, Overwatch.
Что, где, когда? Способности этого персонажа в каждой игре индивидуальные, за исключением возможности притягивать к себе противника. А там еще это. А мы не дослушали. Назовите родину, игру этого персонажа. Мы считаем, что это Warcraft 3, а персонаж это Abomination, который стал Пуджом. Нет, не Frozen Throne. Ваш ответ принят. Да. Да. Именно Warcraft 3. Внимание. Правильный ответ. Warcraft 3 Region of Chaos. Вот так даже. Да, это уже не нужно. Warcraft 3. Rain. Название игры звучит как Warcraft 3. Все абсолютно верно. Еще один зашкварный вопрос, и пойдем есть пельмени. Счет 5-4 в пользу знатоков. У нас матч-поинт, господа. Подождите, а если будет 5-5, то типа Блиц. Там будет лишающий? Блиц. Будет лишающий. Кошку погладить пойдем. Прокином или прокином, а 55 рублей максимум. Ты дашь слишком умный ответ, 6. Это все из-за... Ну, значит, ты будешь отвечать. Ну, конечно, да, я здесь самый умный. Конечно, спасибо. Old fuck, 50 рублей, продам гараж, ви-ви-ви, Авалиев какашка, ну, в общем... Авалиев какашка? Да-да-да, до сих пор. Сейчас идти так быстро, что никто не узнает, что я гей, ну и флешсущий макро-тиран, и Игорь. Обходите, с КНВ подсоединились. Да. Спасибо большое, да. Спасибо большое. Old fuck, ты просто супер. Накрутили без звука. Смотри, а музыки не было и... Да, и слышишь, это подкрученный. Это подкрученный, это музыки-то не было. Мы бунтуем, типа. Это вброс. Бунт в чате, бунт в чате. Сморка. Морки. Уважаемый Игорь, крутите. Хотел нам испортить малину своим говнецом, господин ведущий. Достал вопрос, который хотел, вы чувствовали, да? Там, наверное, какой-нибудь интересный, как вы двигаете вопрос. Мне очень нравится. 2 килограмма газа. Да, конверты классные. Можно конверты потом забрать бэушку на себе? Блин, вот видишь, эти цыгане. Красивые очень. Цыгане. Нет. Будешь взятки рисовать? Я просто буду писать сама себе письма. Ладно, там на лошадке были нарисованы. Она цыганка, что она коня увела и залезла в него. Внимание, вопрос. Эта компания «Монстр игровой индустрии» была создана в 1991 году на инвестиции бабушки, которая одолжила внуку $15,000. Назовите компанию с ее текущим названием. Внимание, время. Текущее название неспроста. Оно изменилось. Блеха-муха. Не Blizzard, а Blizzard. Да. Либо Blizzard. Раньше иначе назывались. Да. Давайте логически думать. Бабушка. Я согласен за Blizzard. Что она обычно делает? Кормит. Слушай, а когда пришли Lost Vikings? 91 год создали. Lost Vikings не раньше вышли? Нет. Ну вот там много на самом деле. Там еще Battle Torn выходила игра. Они под другим названием выпускали. Пельмени of the... А еще у них гонки какие-то. Я не могу Rock'n'Roll Racing. Хорошо, давай попробуем вспомнить. 91, это не так давно. Мы можем придумать вариант лучше? Тогда давайте еще другие варианты. Мы запомнили Блиндерд, дальше варианты. Еще давайте. Канами. Как она, блядь, называлась? Окей, Китара. Это в Америке. Это американская компания. Потому что бабушки дают денег в Америке. Внимание, уважаемый капитан. Это американская компания. Хотя нет. Давайте я попробую. Rage of Pelmen. Не нужно повторить для вас вопрос. Да, было бы. Тебе нужно сделать мобильную игру. Siberian Collection. Прошу тишину. Siberian Collection. Ну, любители сибирской коллекции, прошу тишину. Пельмешка скрыт. Эта компания «Монстр» игровой индустрии была создана в 1991 году на инвестиции от бабушки, которая одолжила внуку 15 тысяч долларов. Может, и еще. $15,000. Еще и соусом. Коробки, вон они, летят теперь. В черном ящике, блядь. Специально от компании прислали, вон они. Старые, пожухлые, но родные. Я могу продолжить? Да, конечно. Да. Простите, господин ведущий. Глава товарищ. Назовите компанию с ее текущим названием. Мы плохо уверены по датам насчет 91 года, но судя по тому, что это именно $15,000, можно предположить, что, скорее всего, это компания американская. Вот. И нам кажется, что это компания, которая сейчас называется Activision Blizzard. Напомню, что раньше она называлась, когда она создавалась, она была другая. Мы не вспомним старое название, текущее название Activision Blizzard. Можно одну ремарку? Когда ты отвечал, почему-то упал плакат Stream Holidays. Я не знаю, добро это или нет. Мне кажется, дух этого дома против. Ну там был Blizzard North. Он сейчас совсем упадет. Подразделение. Все, упал. Аркадий! Ответ принят. Ваш ответ принят.
У вас были хорошие идеи, и вы правильно начали рассуждать. Хорошо. Когда вот я про Rage of Pelmens начал говорить. Внимание, правильный ответ. Бля, мне кажется, у меня холодильник будет забит пельменями. Ну. Тебе за это пожизненно. Хоть платят? Тупо весело. Компания называется... Activision Blizzard. Да! Это победа, ребят! Yes. Пользу знатоков. Я предлагаю вам продолжить ответы. Давайте ответы на интересные вопросы, которые были подготовлены для вас. Вот. Так что давайте крутить волчок дальше. Мы победили, все? Да. Пока тогда. Крутите. А пока Snail Kick, скажи, а какие твои любимые пельмени? Сибирская коллекция! Я еще люблю... А какие любимые ноутбуки и компьютеры игровые? Сибирская коллекция. Я хочу на самом деле... А что ты предпочитаешь в сексе? Сибирскую коллекцию. 6 соусов и... Звучит неоднозначно. Я подкрутил так. Какая разница, все вопросы ваши. Внимание, вопрос. Он был обвинен в убийстве коллеги и лучшего друга. Один из лучших трюкачей начала 2000-х годов. Коронный прием его... Прошу тишины. Коронный прием является стрельба с двух рук в полете. Внимание, время. Макс Пейн. Макс Пейн? Да. Убил коллегу и... Ну, типа убил. А я думал, Чак Норрис хотел сказать. И в полете с двух рук, но я понимаю. И вышло как раз в том году. Это абсолютно точно. Это Максимка. Я недавно проходил. Господи, Оля, Макри тогда еще даже в яйца к нему. Да, да, да. Он был очень жидкий, понимаешь? Когда Макс Пейн уже стрелялся из двух рук. Я думаю, что яички пасит. Тот, кто его сделал, даже еще не было в... Ну, типа, вообще. Понял. Так он еще жену убил. Потрендеть на лавочке, но все-таки сейчас Игорь даст... Почти что досрочный ответ. Мне кажется, ты мы считаем, один, что... Тишина. Мы считаем, что это наш это Макс Пейн. Макс Пейн. Да. Это мой вариант. Да, это вариант сексуального Максима. Симполь. Хорошо. Самолет у нас ваш полный. Ответ принят. Прощайте, друзья. Прощайте. Бля, поменяю, короче. Правильный ответ на данный вопрос является игра Макс Пейн. Все, Надо, блядь, перед еще говорить, пельмени за рта вытаскивать, блядь. Макс Пейн, правильно, ответ. Все, поехали. Надеюсь, ты не ошибешься. 7-4. Да он там уже в разрыв просто. Я уже заработал, я не знаю, сколько, блядь, на сибирской коллекции. Там, да, потом можно ники какие-нибудь, Снейл, Кейн. Крутный молчок. Нам необходимо еще прочитать на нашем уровне HP. Кенгуру. Да. Отправил на 50 рублей и написал: кикните Снейл Кика, пожалуйста, он пимп, спасибо. Пимп? Он пимп, спасибо. Пимп, типа... И с любовью нам отправили 50 рублей. Спасибо большое. Хозяин на пшаболды. Кенгуру, кстати, жди бана. Пошел на руку. Бесплатно вообще. Если вы не услышали, он сказал кенгуру, пошел нахуй. Кто это такой? Следующая часть Макс Пейн. А какой это кенгуру? Сибирская коллекция. Да. Кстати, вопрос? Если вы выкладываете в ВКонтакте посты с хэштегом «Сибирская коллекция» и с хэштегом «На шаг впереди», то ваш комментарий, который вы напишете, соответственно, с этим хэштегом попадет на стрим с левой стороны. Да. Но это не точно. Особенно, это если точно. Вы любите точно. И быть точно. На шаг впереди. Сегодня нашему представителю Twitch Banks помогает наш генеральный спонсор Oman by Hewlett Packard. Отличные ноутбуки и компьютеры специально для настоящих геймеров. Внимание, вопрос. Это вопрос, блин. Это что вопрос? Это вопрос, говорит. Я могу читать. Внимание, вопрос. Это здорово. Этот фильм внесен в Книгу рекордов Гиннесса как первая экранизация. Экранизация, да. Хватит есть, господин ведущий. Можно там господина ведущего поменять? Так, экранизация, давайте. Оставьте пельмени нам. Так, что там с экранизацией? Как первая экранизация компьютерной игры. Внимание. Внимание. Да вы можете заткнуться, давайте послушаем. Да, можно нормально вопрос повторить. Пожалуйста, перестаньте меня смешить, чтобы я перестал
Господин Дудь предлагает ответить. Этот фильм внесен в игру рекордов Гиннесса. Чё, блядь? В книгу. Да. Не в игру, в книгу. Можно я прочитаю? Соберись, лапушка. Ладно, я спасибо. Я вам не выпиваю перед игрой. Игра рекордов. А ведущему было похуй абсолютно. Тебе не нажрался и шел набухаться. Ладно, вот давай. Кто верт играл? Мы или? Нет ничего лучше пельменей под водку. Да, третья попытка. А с шестью эксклюзивными соусами? Это вообще... От сибирской коллекции. Ну. Ведущий не может задавать вопросы, смотря на нас. Все, походу. Погнали, давай, 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 соберись, все хорошо. Смещенко, брат, топало. Ну давай. Влад Топалов? Смехуёчь. Влад Топалов он здесь? Влад Топалов, ты где? Я здесь. Этот фильм внесен в Книгу рекордов Гиннесса как первая экранизация компьютерной игры. Внимание, время. Mortal Kombat? Нет, Mortal Kombat была не первой. Первый был Марио. Марио точно. Это Марио очень старый фильм. Он был создан раньше сильно. А что старее, Mortal или Марио? Раньше сильно. Марио вышел раньше, чем Mortal Kombat. Марио это самая первая экранизация, которая была. Обнесена ли она в книгу рекордов? Я думаю, Mortal Kombat, но все-таки я согласен, что возможно все-таки Марио раньше вышло. Марио вышло раньше. У нас три варианта. Марио, Лара Крофт и Mortal Kombat. Но, Оля, заебал своими пельменями, блядь, я уже не могу слушать. Если там еще история такая была, еще была такая история, то, что в Mortal Kombat вложили кучу, в Марио вложили кучу денег, а в Марио вложили кучу денег, они отбились, и после этого в Mortal Kombat был пососный бюджет, и там всех поменяли, и драки ставил актер вообще. Я думаю, ему надо ответить. Внимание, уважаемый капитан, кто будет давать ответ? У нас очень уверенный Игорь, но я не очень помню, когда дал версию, пусть у нас Денис ответит. Странно. Я прошу только ответить только название полностью, по возможности. Этот фильм внесен в Книгу рекордов Гиннесса братья как Марио. Первая братья экранизация Марио. Компьютерной игры. Назывался он Super Mario Bros. Про двух братьев-итальянцев. Сантехников. Да. Которые спасали принцессу. По трубам. Это порнофильм или? Да, похоже. Ну, либо Трон, я не знаю. Тромб? Ну, зря ли. Трон не играет. Это полный ответ, Даша. Внимание, правильный ответ. Данная компьютерная игра там текст просто и пропадает. Фильм называется «Марио». Все абсолютно верно. Yes. Yes. О, такой полный ответ нужен был, да, полный ответ. Заметили? Данная. Итак, Раб Джуса отправил нам 100 рублей и спрашивает у Миши. Миша, да. Ты покушал? Поел. Тебя кормят? Очень хорошо. Ты не обижаю? Это Фомби, что ли? Я переживаю. Это Лёшка, что ли? Фомби, привет. Это ты, что ли, там заботишься? Он постоянно такой, похудел, говорит Мишка, похудел. Велдер 1РВ6 отправил 100 рублей. Всем привет и удачи в игре. Аляша топ. Спасибо. Спасибо большое. Я бы не сказал. Лакита отправил 55 рублей. Ну, пожалуйста, можешь повторить свои 33 карты. Пожалуйста. Очень нравится. Стардаст отправил 1000 рублей. Утиная армия детям. Спасибо большое, ребята. Спасибо. Мы готовы крутить. Запускайте. Запускайте, волчок. Денис будет. Вот не похуй, любой бери. Давайте только, когда один останется, только покрутим. Да, давай. Если не выпадет, будем так и крутить. Пока не выпадет. Не выпадет. Сейчас сломает все, отвечаю. Как же он работает пальцем, а? А с какой самоотдачей, а? Попадает, или ну да, да. Выбрал Мила. Че, блин, уменился, блин? Додвинуться не можешь, что ли? Все, с силой вы покинули. Итак. Такой тембр голоса-то поддерживать. Фу, сейчас... Итак, читать-то охренеть. 8-4, если что. Может, подтягивался. Так и не скажешь, да в пизду. Зарядку сделать. А это, знаешь, это будет просто кот в мешке, и там ничего нет. Вы просто получаете очко. Этот монстр стал иконой для игры, повествующей о тихом городке, из которого не возвращается. Сайлент Хилл. Есть, по-моему, даже второй часть. Да, срочно! А почему вначале были сложные вопросы? Блин, лучше бы что-нибудь по химии задать. Тихий городок. Я думаю, что это намек на Сайлент. Не-не, точно, Сайлент Хилл. Я подумал, что дьявол, возможно, Тристрам, но... Не-нет, это... Блин, подожди, а... Хорошо, Сайлент Хилл это только перекрыток. Какой вопрос был на стримфесте? Да, да. Такой же вопрос был на стримфесте. Вообще, Тихий городок, это прям жирный такой... Ну подожди, а Ракун Сити? Это что же довольно знаменитый? Нет, это точно Сайлент Хилл. Не, я думаю, Сайлент Хилл. Я думаю, что намек на Тихий городок Сайлент Хилл. Мы же просто здесь типа делаем вид, что мы геймеры, и что-то еще там. Причем это Сайлент Хилл 2, если не ошибаюсь. Я думаю, Пельменный барон знает, молчит. Ну,
Я не знаю. Я думаю, это Silent Hill. Это вторая часть, по-моему. А любимая серия? Пирамид Хэм был во всей серии. Марио, черепашка из Марио. Ну, типа, первый плохо помню, во второй был, в третий был. Я в четвертый там напомню. Во второй, по-моему, даже. В третий он начинается, понимаешь, с пирамид Хэм. Кто будет давать правильный ответ? Следующий у нас Аляша недавно переехала в тихий городок. Она эксперт, и она сейчас ответит. Только формулировочку, пожалуйста. Да, очень важно. Теперь этот городок стал не тихим, стал. Да? Подружим, вопросы другой. Этот монстр стал иконой для игры, повествующей о тихом городке, из которого больше никто никогда не возвращается. Просто монстр. Ну, конечно. На самом деле, я не согласна с формулировкой данного вопроса, потому что есть альтернативные варианты даже от создателей игры Silent Hill. Да, я сейчас подам, я в процессе. Uh-huh. По которым можно вернуться из данного города, но тем не менее имелся в виду, конечно, Silent Hill и монстр Пирамид Хэд. Пельмень Хэд. Пирамидка. Пирамидоголовый. Всем нравится отвечать правильно. Внимание, правильный ответ. Игорь, не говори. Пельмень Хэд. Пельмень Хэд. Данный монстр только Пельмень Хэд имел название Пирамидоголовый. Все верно. Да, нет! Блин, слушайте, просто на ниточке, да? Ведущий готовился, что ли, так же? И сама говорит такая. А можно вопрос не по играм, пожалуйста? Silent Hill — это единственная серия, такая серия, да? Притворяется, типа, она не задротка, блядь, сама сама вообще там... Небось, знает... Крутите волчок, уважаемые задаки. Крутим волчок. Ни одного вопроса про Half-Life не было. Гном похож на доктора Грега Хауса. Когда ролевые игры? Про Доту. Олю. Про Доту? Олюаши. Это был Warcraft. Олюаши. 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 55 рублей, спасибо. Ульмре. Спасибо. Эй, ну не попала же стрелка, не туда. А, да, пока не попадет, да? Пасси, дайте. И задавайте вопрос. У меня на животе написано. А блиц мы пройдем? Конечно. Я предлагаю сейчас устроить блиц. Подожди, последний. Блиц. Ну все, блиц. Это блиц был? Сейчас будет блиц. Выбирайте игрока, который будет сейчас отвечать. Я учусь как ответить. Блиц — это вся команда играет. Да, по 20 секунд. Зачитаю, все, давайте без блица. Но он скажет про пельмень. Неправда. Короче, либо... Не, есть супер блиц. Короче, я предлагаю, смотрите, одного из двух-трех буквенных. Ну, то есть мелкий. Короче, я зачитаю для всей команды. Я ГХК, просто три. Я двух букв. ГХК. У меня GH. Нет, ты ГХК. Мы зачитаем обычный вопрос, который назовем блицем. Да. Похуй. Да, допустим, просто уже нет. Мега-блиц. Мега-блиц. А зачитай один человек? Все. Да, блядь, задавай вопрос. Это же обычный вопрос будет. А за сколько нужно блиц ответить? Насчет 3 по 20 секунд. 3 по 20 секунд. Внимание, вопрос для всей команды. Да. Игра. Электроника М02 была сделана по мотивам этого легендарного советского мультфильма. Ну погоди. Да, срочно ответ. Ну погоди. Уважаемый там, капитан. Типа, были вопросы для даунов, я так понимаю. А почему? И были вопросы с нормальными. Ну а чем дальше, да, тем типа тупее, блядь. Ну ты же сказал, что тут должны быть вопросы. Про штрафы самый интересный уровень. Со штрафами был, мне кажется, сложный вопрос. Ты чё, блядь, там где волк? Да я играл, но я не знал, типа. Ну я чё-то... Я не знал, что это... Чё-то не знал, но на мультфильме. Сходство не замечал, заяц кидает волк. Зато мультик про черепах смотрел. Да. А то где же другой бидон? Поэтому мы сейчас перейдем. Twitch Banks. Где слоненок, слон был, да? Ля бомжарю 100 рублей для детишек. Изи 100 рублей для детишек. Стримеры не тупые. Доказали. Ну, спасибо большое за донат. Спасибо. Спасибо. Ну что? А сейчас я бы хотел рассказать, что в социальной сети ВКонтакте, в официальной группе Streams Holiday, сейчас открыто голосование за лучшего знатока, и вы можете за него проголосовать, и он получит данную статуэтку лучшего знатока нашей игры. Ребята, вы знаете, за кого игры голосовать, блядь? Ну, как бы, 4 вопроса, как бы, просто так. Но каждый из вас сейчас может аргументировать, почему должны голосовать именно за него. Я хочу сказать первый. Ты мафия, что ли, началась? Мне, если честно, нахер не нужно, мне не буду класть в говно. Мне кажется, ты выиграл. Да, на сути сейчас Зюса. Я сначала хотел что-то сказать. А мне петли. А мне петли, меня не слышали. Серьезно.
Ну, я думаю, что слышно. Ты же забыл, что... Я же продублировал. Голосуйте за Джуса, потому что она ему не нужна. Ну, мне некуда везти. Голосуйте за Стаса, давай. Уляш, самая большая сумка. Уляш. У меня один рюкзак. У Валяша. Я бы голосовал за Стаса Давыдова, да, это да, да, за Стаса Давыдова. Я бы, честно, голосовала за ведущего, потому что, ну, вот так отвести, что, где, когда, это надо постараться. С французским акцентом. Я бы поставила ее в холодильник. Пельмени. Кто лучший? Это все на турнике. Кто лучший игрок? Игрок лучший. Сегодняшний игрок. Михаил. Мне? Да. В смысле? Я сказал Стасу Давыдову отдать. Стасу Давыдову. Я думал, кто лучший игрок, типа, это же я. Типа, нет, да у нас точно своя тема уже французская. Он шарика выпускает. Он сейчас лопнет. Голосуйте за Стасу Давыдову. Он уже уехал, если не бабай. Его в группе нет в голосовании. Так что... Пишите в комментариях за Стасу. О, Милан, Милан, Милан. Я сделал очень ничего. Он проплатил. А кто сейчас побеждает? В комментариях писать за Стаса Давыдова, голосовать за меня. Почему, не знаю. Предлагаю отдать эту статуэтку ведущему. Он да, на турнике, на одной руке, блядь. На ноге, на одной ноге. На одной ноге, на одном пальце, блядь, причем на мизинце, блядь, вися там вверху, блядь. Успевал крутить всякую хуйню, говорить вопросы. Жрать пельмени, блядь, сибирская коллекция между прочим. И варить пельмени еще. И варить пельмени, да. И говорить на французском. Итак. Согласна. Проголосовало 1168 да человек хуя, на данный момент. Первое место занимает Snail Kick, после него идет сразу Денис ВЛГ, дальше идет Гном, на третьем месте, после этого Джус, Аляша. Забавно, что ответа больше всех дал Игорь. Милан, мы с тобой на одном месте. Мы с тобой... Ну, я подарю эту штуку, классную. Пандарю. 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 Но голосование, когда оно закончится? Вот уже все. 1335 человек, 27% у Snail Kick и 21% у меня. Ну, блин, объективно Snail тащил. Да, пельмени, версия с пельменями. Спасибо, армия Владвинс. Два раза больше, чем у предыдущего оппонента. Мы проиграем. Лучший игрок получает... Знаток данную секретку. Снаток. Snail. Да, он просто очень хотел быть амбассадором пельменей. Да, да, да. Но заслуженно, на самом деле, учитывая количество... Количество рекламных интеграций, которые были. Они зашкаливали просто. Где мои Huawei? Я сразу понял. И на улице тебя ждет пельменный Bentley. Huawei тебе ничего бы не дали. Да, их просто тут нет. А Samsung обиделись дважды уже. Ну что, на Nintendo. Какая? На всех нас. Что такое аквагрим? На теле Джуса мы будем рисовать. Итак, я расскажу, что такое активность с аквагримом. Все, кто участвует в аквагриме, делятся на команды. А я не участвую. И? Два, четыре. И? Сколько человек? Тот, кому рисует, пытается угадать, какого персонажа ему загадали и хотят изобразить на его лице. А кто рисовать будет? А потом они меняются местами. Класс. Я тебе буду рисовать на лице, типа? Ну, да. В смысле, а вы блядь, уже, типа, в команду? Нет, да. Просто интересно, но мы все поняли. Я умею рисовать, если что. Нет, клево, угадывать именно. Мы с тобой? А, променял, меня, променял меня, да. Тогда я предлагаю вам разделиться. Перерыв и... Да, устроим перерыв. А в смысле-то можно вообще? Сколько команд должно быть? Не так, три, ну, то есть... Ой, я за доджу. Ну, не тогда, да, я тоже за доджу. Самый зашкварный конкурс на доджу. Раз ты за доджу... Значит, что за звук это был? Ну так, что у тебя? Хрустит немножко. Качество просто. Качество. Все, мы ушли на паузу.